На ремонте вот такая бензопила Дэо DAX 5820XT. Значит, поломка интересная. Она заводится, работает. Но такая интересная ситуация. Начинаешь газовать, отпускаешь, кнопка газа не отпускается, а еще некоторое, некоторое время, секунду-две держится, и потом только отпускается. То есть я газ вроде сбросил, а он еще держит газ, и как бы прилипает кнопка. Ну, странно себя ведет. Так, в принципе, я нажимаю «отпускаю», она должна следовать за рукой. Отпускаю, она висит-висит, раз, и только потом опускается. Проблема интересная. Получается, что дроссельная заслонка всасывается, вакуум такой сильный внутри, что дроссель держит кнопку. По какой причине это происходит? Если откроем фильтр, то и снимем фильтр, то этого не происходит, а без фильтра все нормально работает. То есть вот если фильтр снимаем, так, сейчас посмотрю, включу. Не помню, это включено или нет. Так, не знаю, как быстро показать вам. Значит, когда снимаем фильтр, все нормально. Проблема в фильтре. Но если посмотреть, он вроде бы нормальный. Никаких проблем нет. Но мельчайшие пылинки так сильно забили фильтр, что вот вроде бы протер так хозяин. Протер, а внутренняя часть сетки так мельчайшей пылью забита, что не проходит хорошо воздух. Что нужно сделать? Просто помыть фильтр в бензине. Или вы можете сначала в горячей мыльной воде помыть и высушить. Но в любом случае нужно это сделать. И все. Вот эта вся поломка. Может казаться, что проблема с карбюратором, но проблема с воздушным фильтром. Итак, вот чистка воздушного фильтра полностью решит эту проблему. Повторяйте, это легко, просто. И вообще, чаще всего, когда ко мне обращаются с бензопилами, очень редко приходится менять поршневую или там менять карбюратор. Чаще всего это проблемы легкие. Засорение, проблема с фильтром, со свечой. Прежде всего, конечно, самая главная поломка – это проблема со свечой. Часто ставят какую-то старую, она тоже не работает. Нужно купить новую и поставить. Подписывайтесь на канал. Увидимся на канале.